Добрый А, встречу обслуживается Рената Судей. Руководитель Гавра Артем Соколов, студент международных категорий города Санкт-Петербург. Арбитр на ковре Алексей Донских, международная категория Саратовской области. Боковой арбитр ковра А Андрей Додонов, судья Всероссийской категории Московской области. На ковре Б руководитель ковра Владимир Трушин, город Ростов-на-Дону, судья международной категории. Арбитр на ковре Владимир Макаров, судья международной категории Витебская область. Боковой арбитр ковра Б, судья международной категории Олег Юшко, Ямала Ненецкий, автономный округ. Красный коррект.
В направлении А победу одержал Шамиль Ожаев, мастер спорта Новосибирская область. И он становится первым финалистом весовой